не тот, все. Херово. Чё там, суманёте на входе? Да, бежим. Да. Ярости недостаточно. Рыбу поставь. Рыбу поставить. Я думал, ты мне этот самый сапротик выдашь, а ты? Могу выдать сапротик. Вы под сапротами бьете или как? Я нет, Бойд тоже нет. Но ты у нас рога. Что думал, да, лучше надо выпить. Я хиленький, всего-то 31к. С половиной. Дело в коже. Хватит этого. Алиса, не спи. У нас вечно хотят что-то отнять.
Давайте в угол все. В угол, в угол. Ты там убирай. Столица Диспел. В один фрейм все встаньте, прям под босса. Шаман, ближе подойди. Шаман. Все в порядке там. Сорок 2% готовьтесь ловить. 41-40 готовься. Собирай. Что происходит? Хуй знает, на пол дал. Это у них способность. А что по бомжам будет? Я сейчас буду. Бомжи отъехал. У кого сейчас аура на армор стоит? Паладина. Алиса, тоже бомжи давай. Паладина, у кого аура на армор? Я переключу. На армор. Хорошо. Ты им на армор нужен? Сейчас. На последней фазе. После этой фазы не нужен. Не нужен там. Так, лови. Перед лицом босса не стоим. Веру. Веру.
император. Пол, две секунды. Мелизоны ушли. Алиса, смотри, не попади сейчас в стол. Випка. Мелизоны ушли. Сука, дыханием добивайте. Добивайте. Вальтер, если что, бабл на себя добивай. Уже давал, хуй. Дальнюю обувь вы можете распрямить этим оружием, его не возьму. Ого, хороший лук. Как с этого? Целка. Только целка там без статов. А здесь с статами. То далее это топовый даже, я бы сказал, наверное. Это было сложно. Да, без саппорта от дыхания, блин, конечно, мощно льет. Но я на последней фазе пропил, еще дал мастер аур под шамана, поэтому он и выжил, по-моему. Ну, нужен шлем на этот самый, на оф. В принципе, я скажу, если не падает, то так как упал первый шреддер, потом там еще два милика, то в принципе босс убивается без саппортов вообще. Ну, просто мы одеты, а если ты сюда придешь кого-то таранить, то хрен-то они выживут.